блядь. Тема же, тема. И здесь то же самое, чтобы сразу вот эти, которые пиксельных, так скажем, дрочеров убирать. И World of Warcraft это далеко вообще не про вот это все, что мы обсуждаем. ДПС, хуйпс, вот это все. Ты все, просто все. Так человека не узнаешь, это надо с ним. Есть огромный опыт, есть просто огромный опыт, сразу там, блядь, 2-3 вопроса, понятно. Ничего не в игре, не именно не в игре, просто этот опыт применить уже в игре и будет понятно. Вот я в Эльбила не сидел, играл, я как раз набором в гильдию занимался, а там структура, вот это, как тебе сказать, фракционных войн, шпионство очень востребовано, да, вот, я тем более в крупном клане был. И как раз и набором занимался. Вот. Саня, я сидел очень много времени. Сань, послушай, минут 30-40 с человеком беседовал. Но вчера мы задаем типу и пробивал его по всем дискордам. Но это, как тебе сказать, целая работа этим делом заниматься. Конечно. Это человек. Я на зарплате сидел. Кто это будет сидеть? Вот так все развивать. Это тяжелая работа. Ты не будешь играть в игру. Ты будешь просто общаться с людьми. Кто вчера задаем вопрос в гильдии, сагильдийцу, типа, нахуя ты рыгаешь? Он говорит, блядь, ну это по приколу, заебись так. Ну все, один вопрос, одно действие, пошел нахуй. Ну что здесь еще сказать? Кто рыгал по итогу? Микрофон, что ли? Ну прям микрофон, прям пердел, рыгал, чавкает. Ты, ну типа вот такого хуйня. Типа это прикол. И вот этот чувак сейчас в гильдии, ну то есть как бы, блядь. Он вот сидет, мы, да, и вот как бы, вот мне не по приколу идти, что со мной какой-то петужара. Не, ну это уже совсем грубо, ну, блядь, микрофонно. А кто это? Он говорит, это заебись, понимаете? А кто это? Ну, блядь, а что молчит? Ну, скажи что-нибудь, кто это говорит так? Кто там рыгает, Седжу или кто? Да, да, он самый. Хуль ты молчишь-то? Он замутал нас просто. Ну что? Ты рыгаешь? Ты же вчера отвечал, что тебе заебись. Чё, пиздобол? Тихо-тихо-тихо, я, ну, меня, надеюсь, не замутал. Седжу, ты тут? Да, здесь. Ты рыгаешь микрофон, да? Нет. Ну кто это делает? Ну, понятно. Во-первых, вчера за все то время, что мы сидели, мы сидели, рофлили, там, разгоняли и так далее. Заходите, пускай. Я сделал несколько звуков, но я не рыгнул, я не делал каких-то там противных звуков. Понятно. Но, что, у нас тут никто так не делает? Да это до поры до времени. Имейте в виду, ребята, ну это все круто. Приличное, блядь, общение с эров каких-то или что? Это все круто, замечательно, но... Я не сидел, не спамил весь день. Да все, да не говори. Понимаешь? Ничего, нет, не надо. Это все круто, замечательно, просто всему есть предел, ну, я немножко посижу, посмотрю на это. Я лучше потом покикаю людей, которые, ну, негатива дохуя, которые что-то не хотят там. Которые хотят там... Почему играть? Тогда ПС и Сносталь же еще в гильдии? Негатива дохуя, ты говоришь про негатив. Почему они в гильдии? А ты думаешь, они негатива дохуя приносят? Они... А, нет? Да вот. С ним просто ран вчера был, поэтому во он... Во время рейда начинается какой-то, блядь, лишний... Они пиздец. Же постоянно пиздят, они же в каждой жопе, блядь, затычка, нахуй. Просто... Не по факту пиздец, это не братан. Негатив? Ты сагильдийца вчера кинул, нахуй, на рейд и собирал... На что я кинул, клоун ты ебучий, блядь? Вот смотри, закрой ты до частной личности переходишь. Ну смотри, от кого негатив-то по итогу? Ну вот смотри. Там в игру пускают. Бля, тебя опять двое развели во время рейда, ты духовник. Вот, Настя, смотри, нахуй. Все. Ты же сам. Ладно, не лезет. Все. Тогда я сам отключу. Всех отключу. Вот. 4 человека замутал. Сейчас пока посидим так. Подождем, пока запустят людей. Ну лучше заходите в игру там. Уже заходит. Потом попиздим. Выкинул. Это 24 000 пинга. Да это всегда, когда пускают первый раз после ребута, всегда так. О, а что ты отменяешь? Вайп, ой, это же Дискорд. Ага. Сейчас, милики, чтобы было проще, это самое простое решение, я думаю.
Будем бегать за меткой. Все за меткой. Вот пельмень прилетел. Если летит под метку, значит отбегаем лево-право. Левая нога, правая нога. Все стоим в одной метке. Если кто-то лагает там или еще что-то, можете там хоть в лицо бить. Главное, не ловите эту хуйню. Ну, РДДшники, просто стойте на РНЖ хорошенько, чтобы не заблевывались хилы. Значит, если 6 человек блюет, и 3 хила из них, это пиздец. Танки падают. Ставлю рыбу. Хотя вроде рыба есть. Кукмастер, Синтек и Вилаш остались. Ты нам тоже отменил или только меликом отменил? Не знаю, там дохуя. Это что такое? Ловушка? Ловушка сработала. Да. Босс убежал, ловушка сработала. Да мы бы суманули. Спрячься за угол. Заходим, принимаем готовность. Ёбаный урод, блядь. Мифик. Да, это я писал. Фульдрин готов? Сейчас работну, наверное. Пинга, 1100. Да это еще просто не отпустило, как зашел. Да, да, МТ. Этот, ты что, игру ребутаешь? Ну да. Спасибо. Скажешь, как зайдешь? Зашел, прогружаюсь. А ну сейчас 30 секунд отойду. Пинг 4,5, самочувствие нормальное. Пинг 6000. На месте. А ты попробуй сейчас это, ну, постой, потому что у меня тоже зашел было. Сейчас вроде. Да похуй на пинг, там просто отбегаю от пельменей и все. А ты проверь, похилься, если нормально битоставание, то нормально все будет. Я вон тоже стою, блядь, 4 косаря пинга, а как бы хилю, все, заебись. Дамажу в столб. Да я чё-то. Завис. Отвис. Ну, развисай. Опять завис. Сука. Ну, опять развисай. Споры разносим. На 3 миликах споры, если что. Ну и что ты? А под боссом? Алло, блядь, глаза где?
Блюют только три случайных человека. Если блюют больше, значит хуёво стоите. Имейте в виду, вставайте нормально сразу. Бля, я завис. Поворот, вид. Под боссом есть? Не вижу. Под центр босса поднеси. Там есть нормально. Сейчас, когда третий стак вдохнет, хилы посильнее по воду начинаем хилить. Так, что там? Готовимся мы сокру, давайте, сектор, готовься. Давай. Все, забираю ваш. Милики. Смотри, 5 человек словило. А видно было все хорошо. Бетон Винер залей, террорист Вадикон. Злобный по призам. Тотем вы можете оба слить без генов. Связи к нам, пожалуй. А, блядь. Сейчас повелаши сильнее хильте, дамага сейчас больше пост наносит. Осколок есть. Топа, а тебе за пельмень дали, получается? Да отменили всем хп, пацаны, все, отменили. Вот, можете мифику дать, у меня спора была, а я мили звезд. Я про это же. Мне типа топа, я вообще 3 въебал пельменя, мне просто поебать было. Я осознавал, что я их просто поймал. Так, ты квест брал, да? Угу. Что он там, скорость атаки режет, да? Да. Ну, полосом становишься, и такой неуклюжий, дефолтный, короче, такой, вялый, дряблый, вон, бах, стоит. Гнилым мордом, блядь. Дряблый, прикольно погонял. Вернитесь назад, крэш, вернитесь назад. Дряблый. Тут моб один забагался, злобный, ты прибеги сюда, чтобы он разбагался. Тот поп, на который у тебя в цель, он мертвый. Вот этот мертвый? Да, он мертвый. А, он мне живой показывает. Шкафоните там.
А ты проси, если что, чтоб с тобой хан там оставался, и потом с тобой под этой аурой тюк-тюк-тюк вы быстренько прибежите. Посчитайте, сколько РДДшников, кто из них может стать на РНЖ. Пока метки ставлю. Восемь РДД. Это с магами, да? Да, два мага, лок, ШП, три совы и хант. Так, хант. Хант с водиконом в звезде. Я не с Монти. Так, мифик с ровистом в кружке. Так, в ромбике злобный и Песа. Ну и в треугольнике остается два мага. Так, ну частицу на этого, на ханта, конечно. У кого из вас призм Т4 у тебя? Щиток кинешь на этого, на Эйю. Если что, через него там Бена подхиливай, короче, цепухой. Вот. Ну, самые уязвимые это два мага вот эти вот будут. Там еще магический там доспех ставьте. Тотем от сил природы. Ну и девятый я на РНЖ получается. Диспелем также перекидывать там шаманов никуда не буду, чтобы они ману если что резали. Диспелем также. На РНЖ, когда на вас маленькая эта болезнь появляется, слизняк вылазит, отворачивайте лицом от рейда, чтобы он в стену плевал. Ну и не сводите их без команды. Пускай они на вас стоят, они мало очень дамажат. Сводить их сразу смысла нету. Чтобы взрыва не было рано. Вилаша на боссе. Ну, остальные все под боссом за спиной бегают. А, и еще. Вилаша, ты же танчил в прошлый раз? Вот. Когда взрыв, вы сначала в крест сбегаетесь, вот где босс стоит. Потом, когда каст слизня закончился, если с него вылетело, вы перебегаете в квадрат вместе с боссом. И там уже за спину босса прячетесь. Это самое главное, чтобы не сдохнуть. Так, проверка была завершена. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Хорош. Эй, ну я же вам в треугольнике сказал бы, что ты там стоишь. Геру с пула давайте. Так, сводить не надо. Так и стоим.
Большого с подвоза забери. Что под вас? Кто Мишка ресы? Ты ресни. Ровист злобно. Она злоб. Не своди, не своди. Ну кто это? Не... Большой в центре. Уйди отсюда с маленьким. Бля, пиздец. Кто это водил, бегал, бля? Я же говорил не сводить. Ностальгия рез и злобно. Злобный водикон и реснеш. Уйди синтек на рейндж и геншин. Злобный водикон, ищи и ресы. Готовимся, взрыв. Перебегаем в квадрат. Перебегаем в квадрат. Все, возвращайтесь обратно. Сегодня кто-нибудь ливнет из-за травмы. ГЦ призм получается. Осколка нету. Вернитесь и забейте слизняка, пожалуйста. Идите обратно, слизня бейте. Все, кто убежали. А чё, травма на Сирусе, пиздец, топовая тема. Нормально. Ну, она хорошая в целом, где много урона по рейду. Не знаю, на Синдре она может где-нибудь миллион. Провести, наверное, не надо. Её можно призвану отдать. Бидоны есть, синтека есть. Просто если 50, ты выше призану, но у тебя офф. Так что лучше призану. Сколько не было? К сожалению, нет. На профе таунтить. Первый будет водикон, второй хурюк, третий хукмастер. По 3 стака.
Ты МТ, да, будешь? Не, я в кукле. Кто Вилаш? Застаньте меня, пожалуйста, Кеншин. Так, рыба. Так тут агитирует. Где зарабатывают эти покупатели, да? Клиентов. Так я ж просто чары своим. Где она падает, эта чарка? Это... Кто-то спрашивает. Без понятия, я уже даже не помню, где я её полутал. Надо загуглить. Потом, после рейда, скажу. Все, я готов. Я не помню, стакали мы, нет? Наверное, стакали. Стакали сначала, да. Чтоб первого замедлить. ДПСа много, если что, после первого это до красного типа переводим. Вроде как, если не ошибаюсь. Так, все готовы, там рыбу ешьте сейчас. Немножко раги поднакоплю. Рыба пропала. Ну, поставьте еще, значит. Стол можно. Все, давайте на счет 3. Подходите ближе к боссу. На счет 3. Раз, два, три. Поехали. В лужах не стоим, не забывайте. Зеленый будет. Готовимся. Больше по профу, профа к столу уже можешь вести. Дамажим сильнее. Готовимся в угол идти с зеленым дебафом. Быстрее. Красную цель захиливаем. Челфира захиливаем. Незыбку давай. Ну или массакру давай. Сейчас упадет рейд. Пельмени отбегаем. Сейчас еще одни будут кидать. Еще пельмени. Пельмени отбегаем. Бидон, какого хуя ты, блять, в РДД не стоишь? Добиваем. Рвись, треснешь синтека. Хиливайте рейд. Хил. Ну, блин, Силья, прожми что-то, сейчас сдохнешь.
Ровистого дикон, синтек, винер. Бидон, блять, сука, бидон. Ты слепой? Красного бьем. Ну не убегай так далеко. Иди, иди, иди. Злобные ностальгии ресы после слизня. Это из-за того, что далеко убежал меня, ёбан? Ну тебя не достают хилы там. А, ёбан. Чё, бафы даем? Когда бежишь, мы у стола, запомни. Бидон, блядь, подальше станет из зеленого. Тебя выберет, сейчас опять убьет. Лужи убегаем. Берегитесь. Да, он и, блядь. Диспельте куклу. В лужу синдек. Заходим, падаем. На стресс есть, синдек? Если, может, кто забыл, милики, когда вот слизень выливается, вы стоите и бьете спиной к РДД. Первое откидывание, если вас выбирают миликов в цель, вы отлетаете к РДД. Когда вы отлетели, вы не бежите на слизня, вы стоите в РДД или даже за их спину заходите. Только когда слизень выбрал цель и идет к ней, уже тогда бежите и его начинаете бить. Бидон. Ну, типа до выбора цели вообще нельзя бить зеленого, да? Я отлетел на 3 метра, меня сразу выбрали. Он еще кастует, он не выбирает мгновенно. Надо, когда тебя откидывает, отбегать от слизня. Нельзя к нему подбегать. Я приземлился и моментально все застакался. Он меня выбрал. Не знаю, потом на видео посмотрим. Бидон, сука, вот тут стой за крестиком. Или что, вам поводыря поставить? Вот в звездочке бегайте в водиконе. На максимальном рендже 30 метров, 35, вы бегаете от милизоны. Милики, вот, встаете в квадрат. Отлетаете с ним в одну сторону. Вокруг слизня красного, зеленого не встаете хороводом. Встаете с одной стороны, отлетаете в сторону РДД. С какой стороны от слизня стоите, в ту сторону будете от него отлетать. Еще хокмастер вылетел, блин. И пельмени бидон не лови, блядь. Хилам воспрещено пельмени ловить. Миликам тоже. Ой, РДД, блядь, тоже. Так. Пока что рагу накоплю. Рыбку хавайте. Подходите поближе к боссу. Так, давайте на счет 3. Начинать будем. 1, 2, 3. 16, как было, так осталось бы. Злобно лохнулся. Смотри, вот все в разные стороны отлетают. Ностальгия, это ты бегаешь, да? Не можешь стоять в РДД и отлетать спиной? Да если все, я подошел. Так будете играть, блять, он вас выберет рано или поздно, и рейд хуй до вас добежит, и вы его и понятесь. 2-3 тела добегут до вас, и вы вместе с ними сдохнете, блять. Переводим. Не успеваем, надо бить красного. Ну, тогда стопаем. Не успели. Тогда стопаем. Стоп.
Короче. Бьем красного. Переводить зеленый колбы в этот самый. Вот ты далеко так убегаешь, этот крестик. Там хилы есть, достают хоть до тебя. Да, я там стою. На прошлом трае так. Смотрите осторожно. Пельмень. И он второй раз сейчас еще пельмень будет кидать. Вот второй пельмень. Не испугался с долгим. Зергаем зеленого. Красный. Лина, бидона дайте. Берегитесь. Дефы. Бах. Диспельти падаем. Надо было продавать. Да, надо было продавать. А в таком же случае это надо, короче, отбегать, да, от человека уже, пусть его забирает. Ну, вот какая-то, что ли, команда, то есть, потому что если кто-то решит продать, а кто-то нет, вот будет как сейчас у нас. Те, кто решил не продавать, умрут. Ну да, потому что пельмени он... Все, потому что взрыв поделит, не поделят, и плюс пельмени. Это на прошлый раз били, когда говорил, зеленого вызывает, встаньте полукругом косой, чтобы пельмени, если летели, то в разные точки. Ну и только когда в черепок появился, челик, которого слизень бежит, сбегаться. Тогда в него но уже сбегаетесь. У него какие-то разные тайминги, он бывает, короче, кинет этот пельмень перед тем, как призвать, ну то есть у тебя там есть 3 секунды, чтобы влево убежать всей толпой от 3 пельменей. А бывает вот так кинет, прям после зеленого. Сбегаться надо в последний момент, когда уже слизень почти дошел до цели. Короче, тогда пельмени не будут доставать. Короче, когда выливается зеленый, вы встаете полукругом. На РНЖ 30 метров от босса. И все. И в миликов они не летят, потому что они миликов. Так, а если он сначала кинет пельмени, а потом зеленый будет, мы тогда сбежаться не сможем. У нас пельмени полетят. Сначала зеленый ищет цель. Если он кинет пельмени, то вы отбегаете сначала от пельменей, а потом бежите в черепок. Слушай, Войт, а если он луч кидает именно, например, на паладин, я могу же баблом, правильно? Он урон не нанесет. Да, ты можешь один засейвить. Вот, и мне, то есть меня вбегать не нужно. А ШП может так же сделать?
Или его шотнет. Я не знаю, насчет ухода в тень работает или нет. Ну, я знаю, ваниш работает. Бабл, глыба. Он вроде как меняет цель просто. Выбирает новую цель. Но тогда нужно от него... Не, он не выбирает. Почему? При бабле он доходит и до цели. Да, врывает, мой, урон я не улутаю там. Он доходит до бабла? А не... Да, доходит до бабла. На красный этот слизень. Это красный, я... да, сбивается, по-моему. А ваниш? Ваниш, по-моему, сбивается. Нет. Именно на зеленый нет. Ты встанешь, стоишь. Я к тому, что меньше беготни, больше ДПС. Ну, типа, ну это надо. Ну, если, допустим, на тебя выбрал цель тебя, и ты просто говоришь, просто я скину бабу. Да. Окей. Так, пацаны, сейчас еще одна минутка, надо там воду. Так он взорвется в бабл, правильно? Да, потому что у нас все равно беготня получится. То есть нам придется убегать от паладина, нет? А вы не отлетите никуда, так как вы рядом не будете стоять. Ну, в смысле, мы все в одном кемпе, мы будем рядом стоять. Зачем? Ну, если его выбирает. Если выбирает цель бабладина, он стоит один, прожимает бабл за последние 3 секунды. Почему он стоит один по рейду? Чума гуляет, он никогда не должен стоять один. А он бабл прожмет, и все, и ничего чума не будет, ничего такого. Ну, в смысле, она может раньше этого убить. Он, то есть, до этого должен стоять один? Я просто не понимаю весь смысл. То есть, мы играем, как играем. Просто паладин в этом случае, вот именно в этом случае, может сказать, типа, я сейчас все сам сделаю, ну-ка, отойдите от меня. И мы пельмени летит, да, и луч. И этот луч, блядь, в меня влетел. Ну вот да, в я могу засейвить рейд. Ну, то есть, там не нужно вот этой всякой хуйни. Не надо продавать никого. Вот, да, вы нюанс. Просто выходите, все. Все готовы. Пока что пью куклу. Не бегайте возле меня там, эта хуйня не стакается. Кто это, блять? Уберите этого пита. Все, давайте на счет 3. Раз, два, три. Так, зеленый, готовимся. Переводе профа. Треугольник бегите, зеленые колбы.
Как сдох? От взрывов, от зеленого? От зеленого, но... Злобный ресебен стиллера. Лужа, выходим. Бенселлер в углу лежит. Злобный. Бля, злобный, ты тут? Веснишь его? Берегитесь. Чья реснул, потом он кого-нибудь другого реснет. Угу. Бафы посмотрите, помогу там каску, лапу, пистоло. С чумой там в одного не стойте, вот луна перекидывается, чума на вас. Должны в кучке стоять. Хотя бы там несколько человек. Зеленые. Вот сейчас полукругом встаньте. Пельмени скоро полетят. Так, лужа. Берегитесь. Вилашу не проебите, сейчас сдохнет. Равист, Вадикон, Победону, Иннер. Короче, у кого без КД, у злобного, Победону дай. Бидон, ставь тотем, Геншин на ману. Красного бьем. Миликов, миликов, подхильте. В черепок сбегаемся. Берегитесь. Пельмени еще летят. Смотрите. Там откинуло, внимание. Все, РДД добьют. Так, будем стопать, стопайте по боссу. Отойдите от босса, красного еще убьем. 2% до перехода. Стопайте. 37. Там аккуратно подбивайте шелфир. Стоп. 36,7% там. Красного зергаем. Быстрее по красному больше. И сразу переводим. Сиди по боссу и по красному. Теперь босса к столу. Готовимся. Быстрее по боссу быстрее переводим. В треугольник не забудьте забежать. С зеленым дебафом кто? Готовьте. Когда слизень зеленый дойдет до людей, даем Геру. Геру и фул ДПС. И зыбка. Так, смотри. Не убеги от хила. Красного сильнее. Все, диспельте куклу. Пельмени летят. Все, это. Дамажим. Кстати, кто берет? Вадикон первый. Готовься. Сейчас он один словит. Один уже словил. Главное, чтобы диминишник на стан не поймать. Что с боссом? Один на мне. Пошли, давай в эту сторону поведем отсюда. Потом к столу поведем. Так, готовься второй. Два на мне. Два. Еще один. Пельмени отбежали. Я три взял. Все, следующий хурюк, отбегай, готовься забирать. Так, один есть. Пробегаем.
При этом, смотрите, в луже не сдохните. Вот в луже отходите. Второй забрал, отлично. Так, третий все. Забрал. Все. Теперь, Вилаша, до трех танчишь, и потом я с тебя заберу. Так, сколько там на тебе? Два. Все, нормально, добьем. Отходим, лужа. Мельки-мельки, захильте их. Ну, ебаный в рот, вы что, сука? Так, забрал. И все, и так добьем. Рви, стресни там, инвизибла. Еще побьет, пускай. Войда захильте, то, блядь, босс отхилится. Что там, колба? Все, даю незыбку. Убиваем два ляма. Твари. Осколок. Не дала колбу тебе? Да. Она такая. Она. Ну, тварь, это же она. Так, кто там? Ну, вот тебе вместо колбы. Лучше бы колба, конечно. Туда.